Спонсор программы – компания «Планета потолков». 574-574. Сделано у нас, значит, сделано на совесть. А самое главное – в соответствии со всеми нормами и стандартами. В первую очередь это касается общепита. Окунемся, узнаем, покажем процесс. Анализ рисков и критические контрольные точки – все это концепция ХАСП. Система, которая предусматривает идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции, уже внедрена на предприятии нашего города. Система ХАСП мобильная, интересная. Она позволяет определять на производстве критические опасные точки, не только их определять, но и находить методы, способы, так скажем, борьбы с ними. Контрольные точки – это этапы производства пищевых продуктов. Они должны подвергаться ежедневному осмотру. Путь продуктов питания, согласно системе ХАСП, прослеживается с момента приема и до подачи блюда на стол. Амурские производители, которые работают по системе ХАСП, не понаслышке знают, как нужно хранить продукты. Правильно это называется – товарное соседство. Предприятия, работающие согласно этой системе, открывают для себя новые критические точки и ежедневно уменьшают риски. На производстве требуется обязательно знать, есть ли в пищевой продукции, выпускаемой этим производством, аллергены. Посетители должны четко знать и понимать, что если есть запрет на какой-то продукт, то этот продукт строго прописан в меню нашего заведения. В процессе приготовления участвуют только профессионалы своего дела, четко знающие рецептуру, владеющие информацией о том, как безопасно приготовить то или иное блюдо. Безопасность пищевой продукции – это не только отслеживание контрольных точек, но и работа на суперсовременном оборудовании. Несомненно, важным моментом является то, на каком оборудовании продукты проходят термическую обработку. Также играет роль, как предприятие следит за новинками кулинарии и за желаниями потребителя. Мы живем во время быстрого питания, но в наших силах сделать его правильным, полезным и безопасным. Даже, казалось бы, фастфуд может быть произведением кулинарного искусства. При условии, что готовили его с умом и бережным отношением к потребителю. Амурские производители не боятся показывать свое производство и пригласили нас в цех по изготовлению мебели. Ни для кого не секрет, что гораздо выгоднее покупать мебель на заказ, чем готовую в магазине. Тем более, что, изготавливая ее на местном уровне, есть возможность сэкономить время и деньги. Уже 7-й год на этой фабрике кипит работа. Изготавливаются шкафы-купе, спальни, кухни, детская мебель, торговое оборудование. Главное в мебельной промышленности – это не только современные станки, но также высококвалифицированные работники. Ведь ручной труд не заменит ни одна машина. Для производства хорошей мебели нужно использовать только качественные материалы и фурнитуру. Такая мебель не нанесет вреда вашему здоровью и прослужит максимально долго. Современное оборудование – это итальянские и немецкие станки, которые предназначены для серийного производства. Они помогут быстро и аккуратно распилить плиты и обработать полученные заготовки. А в умелых руках мастеров из них соберут готовое изделие. Это будущая кровать с откидным механизмом, между прочим, автоматическим. Да, такую делают в нашем городе. Производство местное, а стандарты европейские. Высокие требования предъявляются не только к мастерам и оборудованию, но и к материалам. При производстве местной мебели используется материал, в котором количество смол в 4 раза меньше допустимой нормы. Поэтому она по праву может называться экологически чистой. Еще один важный в мебельном производстве момент – это комплектующие. Механизмы самого разнообразного назначения должны быть качественными и надежными. Ведь они должны обеспечить бесшумное и скользящее открывание ящиков и дверей, чтобы с этим мог легко справиться даже ребенок. И главное требование к мебели – чтобы она была доступной. Ведь это не роскошь, а необходимость. Амурчанам есть чем гордиться, а нам есть что рассказывать и показывать. Ведь это сделано у нас. Спонсор программы – компания «Планета потолков». 574-574. Внимание! Будь готов к тотальной распродаже в «Планете потолков».
Приятная новость для наших клиентов. Скидки до 70%. Планета потолков. Мухина 120, первый этаж. Телефон 574 574.